В преддверии Дня работника органов безопасности в Москве почтили память тех, кто ушел из жизни при исполнении служебного долга. Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище. В ней приняли участие ветераны спецподразделения, кадеты и члены общественной палаты. Они возложили цветы к памятникам на аллее героев спецназа ФСБ. Там похоронены бойцы, которые героически погибли в ходе операции по освобождению заложников во время теракта в Беслане в сентябре 2004-го. Уважая и отдавая должное ветеранам, поздравляю их с наступающим праздником, мы хотим сегодня низко склонить голову перед теми офицерами, работниками спецслужб, которые отдали свою жизнь за нас, за спокойствие, за жизнь наших граждан, стариков, детей, тех людей, которые призваны их защищать. Ну а сегодня я, как почетный гражданин Беслана, хочу выполнить миссию по поручению руководства района и города Беслана, по просьбе родителей, детворы, учителей, педагогов школы, руководство Северной Осетии, еще раз поблагодарить всех, кто спасал, защищал, помогал в те тяжелые времена, и возложить цветы вместе с моими товарищами, ветеранами, могилам наших героев. Вечная им память. Мы всегда будем помнить, они всегда будут в наших сердцах.